Таджикистане проходит первый национальный конкурс красоты. Его цель – показать красоту не только внешнюю, но и внутреннюю. Студентка Нигина Ашурова считает, что этот конкурс может стать для нее трамплином на западный подиум. Как вы знаете, этот конкурс называется «Ариана 2009». Для меня это показалось очень интересным. И есть какая-то надежда все-таки, что я могу поехать в Париж. На кастинг в Душанбе пришло 40 девушек, но не все они попадут в финал. Жесткие критерии параметров 90-60-90 постепенно уходят в прошлое. Они уступают место таланту и креативности участниц. Но все же определенным стандартам конкурсантки соответствовать должны. Девушка должна быть незамужней, значит, возраст ее не должен превышать 27 лет, от 18 до 27 лет, и, значит, рост не должен быть менее 165 сантиметров. Да. В прошлом году у нас был критерий такой, что девушка должна быть не менее 170 сантиметров, но в этом году, учитывая то, что в Таджикистане в основном девушки не особо высокие, мы как бы сделали немножко пониже, потому что у меня есть девушки красивые и 1,65 м. Жюри конкурса тщательно отбирает девушек на следующий этап в составе комиссии: модельеры, дизайнеры и журналисты. Даем возможность девочкам показать себя и как бы посмотреть на их возможности, смогут ли они представлять Таджикистан в другой стране. Вот. Что касается индустрии, допустим, моды в одежде, да, то как бы мы идем в ногу с Парижем. Организаторы уверяют, что награду победительницы получат достойную, а мисс Ариану 2009 ждет путешествие в Париж. Участвовать в отборе номинанток помимо жюри будут и телезрители. СМС-голосование у нас решает только одного победителя, это приз зрительской симпатии. Вот. И, значит, у нас всего три номинации. Это «Мисс Ариана 2009», «Вице-мисс Ариана 2009» и «Мисс зрительской симпатии». Значит, два места, первое и второе, будет решать только жюри. Девушки волнуются, ведь здесь мало быть просто красивой и привлекательной. Нужно еще выгодно отличаться от других. Учредители конкурса планируют провести отборочные туры в разных городах страны.